Добрый день, с вами DSSL News. Я хочу вам представить Писаревского Евгения Леонидовича, заместителя руководителя Ростуризма. Сейчас только что закончилась конференция, которая была посвящена, круглый стол, который был посвящен вопросам безопасности российских туристов за границей. Не могли бы вы ввести краткое резюме этой конференции, да, круглого стола, выводы, которые были сделаны? Добрый день, Людмила. Ну, во-первых, я скажу, что круг вопросов, рассматриваемых на круглом столе, был шире, не только безопасность туристов за границей. В целом участники говорили о том, что безопасность туризма является важным условием развития туризма в любой стране, в том числе в России. И без безопасности, без надлежащего обеспечения практически туризм стагнирует. И государство не получает всего того, что оно должно получать от туризма. Это первое. Второе. Следует отметить высокое представительство на данном круглом столе. И были представители общественных объединений, туристской индустрии, органы контроля, надзора, Роспотребнадзор, наше внешнеполитическое ведомство, Федеральное агентство по туризму и Московская городская дума, которая активно занимается правотворчеством. Это тоже очень важно, потому что безопасность туризма – это комплексный вопрос, и ни один орган, пожалуй, в России, который имеется, сейчас не может обеспечить полную безопасность российских туристов. Какие проблемы поднимались? Ну, к сожалению, последние 3-4 месяца череда кризисов в туризме, начиная от банкротства одного из крупнейших российских туроператоров, который охватил более 8 тысяч российских туристов, и ведомства, и консульские учреждения, и Ростурист занимался вывозом российских туристов из-за границы и организовывал вызволение их из отелей, когда они удерживались в качестве заложников. Второе были трагические события, дорожно-транспортные происшествия в Египте с российскими туристами. И третье, общественно-политический кризис в Египте, когда впервые с момента принятия нового закона о туристской деятельности в 2007 году Ростуризм использовал свое право информирования об угрозе безопасности и фактически закрытие данного туристического направления для российского бизнеса. И, собственно, это действительно трагические события и для туристской индустрии, и для, наверное, для российских граждан, которые привыкли путешествовать в данные страны. Но, тем не менее, в данном случае вопросы безопасности, их жизни и здоровья имеют приоритетное значение для всех. Были выявлены пробелы определенные в законодательстве, давались рекомендации, в частности, вопросы страхования медицинских расходов туристов, выезжающих за рубеж, страхование маршрутов повышенной опасности в нашей стране, когда туристы, самодеятельные туристы путешествуют по горным маршрутам, по водным объектам, спелеологически. И здесь часто с ними случаются трагические происшествия. Обсуждался вопрос введения саморегулирования и то, как бизнес может защищать права и свободы граждан, обеспечивать их безопасность. Обсуждались и вопросы проблемные, связанные со статистикой в этой сфере. И действительно, нам не хватает пока информации о несчастных случаях, которые происходят и на гостиничных предприятиях, и с российскими туристами за рубежом. Впервые в этом году мы собрали такую статистику от страховщиков. Ну, то есть вот такого рода вопросы они обсуждались и давались соответствующие рекомендации. Вот что касается ДТП, это, наверное, сейчас такая наиболее острая тема, да, последних лет, именно ДТП за границей. То есть какие вообще вот планируются меры по совершенствованию? Ну, прежде всего, мы говорим, что необходимо ввести минимальную сумму страхование для выезжающих за рубеж, она должна составлять не менее 900 тысяч рублей, потому что, ну, если взять даже такую страну, как Египет, где, в общем-то, страхование является рекомендуемой нормой, турист вправе отказаться. События показали, что расходы туристов в случае самых сложных исходов, там серьезных операций, хирургических вмешательств требуют не менее 30 тысяч долларов США. Соответственно, мы говорим о этой сумме. Второе, необходимо
вводить на законодательном уровне требования к содержанию страхового полиса. То есть минимальные слухи, связанные со страховой помощью, они должны включаться в страховой полис. И, конечно же, в идеале участники конференции подчеркивали, что нужен отдельный закон об обязательном страховании. На самом деле, такую идею поддерживает и бизнес, и многие чиновники в органах власти. Но само по себе принятие этого закона требует отдельного федерального закона, согласования многих ведомств. И пока, наверное, он остается далекой перспективой. Также было выражено мнение, что в мире обсуждается глобальная туристическая страховка, чтобы защитить туриста от всех рисков. Но существует и негативный опыт практики отдельных государств, когда, получая такую страховку, туристы в своей стране перестали покупать туристические продукты, потому что он становится дорогой, достаточно дорогим. И туристы обращаются в соседние страны, и фактически потоки туристических национальных операторов, они снижаются. Поэтому здесь должен быть соблюден баланс интересов между рисками, которые в обязательном порядке должны быть застрахованы, и стоимость самого туристского продукта, где определенной составляющей является страхование выезжающих за рубеж. Ну вот, собственно, такие вопросы обсуждались. Вопросы взаимодействия с МЧС по маршрутам, по внутренним туристским маршрутам, маршрутам повышенной опасности, то есть регистрация туристских групп обязательная, когда они выходят в горы, наличие у них средств связи. Эта норма уже прописана в национальном стандарте по безопасности туризма, который был принят в 2009 году. Он носит характер добровольного, но тем не менее эта норма есть. Но предлагается, чтобы это урегулировать на уровне федерального закона. Хорошо, спасибо. 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 Да, я желаю комфортных и безопасных путешествий российским гражданам. Всего доброго.